Всем привет из Хорватии, с вами Светлана Рей и вновь наша любимая рубрика Check It Out. Мы с вами продолжаем говорить про анатомию женщин и о том, как нас можно вести, а как нам больно. И сегодня мы поговорим о... Это движение, оно не так, ну как сказать, оно не точно, оно распространенное, но не общее. Обычно оно встречается пару раз за танец. Это выход из хаммерлока в обратную копу, когда партнерша вот такое положение, ой, вот такое, и хоп-н-брейк ее вводит в обратную копу. Это достаточно опасная штука, вообще хаммерлок опасная штука, потому что у нас очень нас легко выломать, да? Соответственно, парни, если вы хотите, чтобы нам было комфортно, вам нужно обязательно после опенбрейка левую руку опустить по диагонали в пол сюда. Тогда это заставит нас обернуться, во-первых. Во-вторых, наш сустав вот здесь, он будет комфортно себя чувствовать, и мы сможем встать в попу. Ну или развернуться там, кто не стоит, не важно. Обычно парни, они поднимают руку вверх, то есть они достают, а потом пытаются поднять. И учитывая, что партнерше нужно время, чтобы среагировать, в какой-то момент она оказывается в таком положении и начинает падать назад. Нам тогда очень тяжело в ступе встать. Да, поэтому вот такая штука работает хуже, чем если вы просто вытянете руку в пол и дадите небольшое натяжение. Так ступ удов даже девочка, которая недавно занимается, она поймет, что ей нужно остановиться. И вы, имея вот это натяжение, совершенно спокойно поведете нас в inside pose. Check it out!